Привет всем, друзья! В этом видео покажу и расскажу, как сделать из обыкновенной алюминиевой банки очень простой отпугиватель кротов. На болгарку надо установить насадку для абразивного круга. Если у кого-то нет болгарки, то подойдет простая наждачная бумага или асфальт. На насадку прилеплю абразивный круг. Верх алюминиевой банки необходимо сточить. Сточенный верх банки вытащить. Ручкой молотка дно банки выбить. Дно должно быть полукруглым. В землю надо вогнать арматуру и на нее надеть банку. И уже при малейшем ветре банка по арматуре стучит, тем временем создавая шум, передаваемый по арматуре в землю, который отпугивает кротов. Этот отпугиватель я поставил в эпицентре обитания кротов. Они мне испортили весь газон. Но теперь это простейшая самоделка. Защитит мой огород. Кому такая идея и хитрость была интересна и полезна, оцените лайком. Не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!